популярная программа телеканала «Просто ТВ» теперь и в радиоэфире. Здравствуйте, это программа «Вопрос с пристрастием». Острые вопросы, неожиданные ответы. Нам интересно спросить о том, что вы хотите услышать, а не о том, что вам хотят рассказать. В студии Оксана Антоненко, Вадим Родионов, Анастасия Ружанская. Сегодня я с удовольствием представляю нашего гостя. Политики, экономисты, звезды кино и шоу-бизнеса. Встречаемся по средам в 5 вечера. В прямом эфире «Радио Болтком». «Вопрос с пристрастием». Каждую среду в 17 часов. У нас гости! Ребята, а это я ломаю дверь. Телефон прямого эфира «Радио Болтком» 672-12-93-9. Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. В эфире радиоверсия программы «Вопрос с пристрастием». Каждый рабочий день в 8 и 11 вечера мы выходим в эфир телеканала «Просто ТВ», а каждую среду после 17 часов встречаемся в прямом эфире «Радио Болтком». Также мы есть в социальной сети Facebook. Для того, чтобы нас там найти, просто напишите в окошке для поиска «Вопрос с пристрастием». В студии работают Оксана Антоненко. Добрый вечер, и Вадим Родионов. Помогает нам звукорежиссер Константин Рост. И прежде чем мы начнем сегодняшнюю беседу, сегодняшнюю дискуссию, напомню, каналы связи. Они не неизменны. 672-12-93-9 и 672-13-93-9 телефоны прямого эфира. Звоните, а также пишите нам в видеочате, расположенном на портале mixnews.lv, и найти его там достаточно легко. В верхнем правом углу есть окошко, в нем увидите трансляцию из нашей студии, и там можете писать все, что на душе накопилось. Сегодня у нас в гостях историк, журналист и член правления Русской общины Латвии Игорь Ватолин, который в последние дни прославился достаточно активно, на него нарисовала карикатуру газеты «Латвия Союза», но он выступил с достаточно резким заявлением, сказал о том, что если до недавнего времени русская община Латвии поддерживала проведение референдума о присвоении негражданам Латвии автоматически гражданства, то после того, как мэр Риги Нелушков заявил, что подписываться не будет, перестала это делать. Добрый вечер, Игорь. Добрый вечер. И прежде чем мы будем продолжать обсуждать эту тему, давайте послушаем досье, которое мы на вас подготовили. Игорь Ватолин родился в Риге в 1963 году, учился на филологическом и историко-философском факультетах Латвийского университета. Около 20 лет проработал учителем истории в школе, автор более чем 300 публикаций по истории и русской культуре Латвии. Журналист газеты «Час», член правления Русской общины Латвии. Выступал против проведения референдума о предоставлении русскому языку государственного статуса, не поддерживает сбор подписей за нулевой вариант гражданства. Действительно, Игорь, не поддерживаете сбор подписей? Абсолютно не поддерживаю, но поддерживаю наделение русского языка некоторым легальным статусом в Латвии и поддерживаю наделение неграждан гражданством или допуск их к муниципальным выборам. Тут вот, мне кажется, происходит некоторая фундаментальная подмена, когда цели и ценности предлагается реализовывать в заведомо тупиковой форме. А почему заведомо тупиковой? На чем основаны такие выводы? Они основаны на элементарном здравом смысле, на результатах хотя бы выборах. Вот как граждане на муниципальных и на национальных выборах голосуют за те или иные политические силы с теми или иными ценностями. А как это связано с вопросом гражданства гражданства? Нет, ясное дело, что три русских вопроса – это вопрос гражданства, статуса языка и вопрос об истории, об исторической памяти – это главные и единственные русские вопросы. Все остальные вопросы по всем остальным аспектам латвийцы не различаются. А вместо того, чтобы спокойно в рамках политического процесса решать вот эти три вопроса, которые реально существуют, которые болят у многих людей, предлагается их загнать в тупик и надолго закрыть. Вот референдум по языку надолго закрыл вопрос о статусе русского языка, а этот референдум надолго, к сожалению, закроет тему статуса неграждан. Ну, активисты движения за равные права и те люди, которые проводили референдум по русскому языку, они вам возразят. Они скажут о том, что, возможно, это единственный способ достучаться до латышской части общества, потому что 20 лет этот вопрос не решался. Он находился в таком состоянии стагнации. Теперь о нем хотя бы заговорили. Вы не считаете, что это результат? Я считаю, что это действительно. Вот если ты абсолютно разочаровался в стране, в возможностях решать хоть какие-то вопросы, то единственное,
единственное, что остается, это показывать фигу не в кармане и не на кухне, а на площади. Вот, вот когда ничего не осталось, громко крикнуть, показать фигу. Это, ну, отчасти спасает психику. А может быть, действительно ничего не осталось? Ну, если другие какие-то способы и методы не дают результата. Проблема в том, что до сих пор я как-то вот не увидел той политической силы, которая прагматически в рамках нормального политического процесса пыталась бы конструктивно решать эти вопросы. Вот определенная надежда, вот моя лично, связывалась с партией «Центр Согласия», но после того, как Нил Ушаков подписался под референдумом о языке Линдермана, то вот эта партия из центра и от возможности войти во власть и решать какие-то вопросы оказалась в изоляции, можно сказать, в гетто, и сейчас там топчется на одном пятачке. А что было раньше? С Линдерманом, с Татьяной Аркадьевной и так далее. Ну, вот, то есть вы считаете, что разницы между Центром Согласия, Запчёлой и Линдерманом уже нет? Вот после подписи Ушакова не было. Вот сейчас, а вот сейчас Ушаков, сейчас, может быть, одумался? Неподписанство Ушакова сейчас свидетельствует о признании ошибки вот этой подписи, как мне кажется. И попытки вот вернуться в эту центральную позицию, вот туда, где эту партию расположил ее основатель Янис Антонович Юркомс. Вот. Но можно ли дважды войти в одну воду? Я не знаю, мне кажется, что хорошо, нет. Хорошо, вы сами говорите, что за последнее время, или, может быть, вообще не наблюдаете ни одной партии, которая к решению вот этих вот так называемых русских вопросов подходила прагматично и спокойно. Не граждане, русский язык, так далее, и так далее. Так если никто не подходит, может быть, действительно единственный способ – это вот с площади кричать, как можем? Я считаю, что единственный способ, вот если нет такой партии, то ее просто сделать. А если бы просто вот выход на площадь и показ фиг приводил к какому-то, даже вот не приводил к результату, а спускал энергию и был бы нейтральным актом, то все было бы нормально. Карнавал, клоунада, все это здорово, но, к сожалению, референдум – это есть высшая форма политической активности, высшая форма народного волеизъявления. Результаты референдума – это даже серьезнее, чем решение правительства или Сейма. То есть негативный исход референдума надолго, на годы закрывает вопрос. А если этот вопрос и никто не собирается открывать? Вот у вас есть ощущение, что его были готовы так открыть? Так закрывать нечего, да, действительно, ничего не открыто за последние 20 лет, по вашим же словам. Нет, этот вопрос осознан, он все время обсуждается. Не правда, что, например, вот в латышском медийном пространстве не обсуждается вопрос русского языка? Так нам не надо, чтобы обсуждался, нам надо, чтобы решался. Вы сами говорите, что нет партии, которые бы пытались решать его прагматично. На сегодняшний день нет партии, поэтому надо думать не о том, вот, не о показе фильма и громких криков на площади, а надо создавать вот эту партию. Кстати говоря, вот первая ласточка, но, правда, в форме карнавала, в форме такого постмодернистского безумия, вот она уже появилась. Это вот партия господина Дулы, где все в масках, все под псевдонимами, но они вот пытаются вот чего-то там изобразить вот в этом пространстве между правыми, то есть латышами, левыми, то есть русскими. А что они пытаются изобразить? Они пытаются изобразить, что вот должно быть у нас общее будущее, что мы живем в одной стране, но делают это настолько удивительно и, ну, где-то весело, где-то уродливо, что, ну, конечно, ну, иногда хочется поаплодировать, иногда поплакать, но с моей точки зрения, это вот первая ласточка, предвестие того, что там может появиться серьезная сила. 672-12-93-9 и 672-13-93-9. Историк, журналист и член правления Русской общины Латвии Игорь Ватолин, гость нашей студии сегодня. У нас раскалывается телефонная линия, примем звонок. Добрый вечер, вы в эфире, говорите, пожалуйста. Добрый вечер. Мне в последнее время кажется, что Центр Согласия идет на поводу правящих. Они совсем соглашаются. Была оккупация? Была. Русский язык нужен, как это. Сперва они колебались, потом согласились, что не нужно. И их за это опять же наказали. Не гражданам нужно гражданство? Не нужно. Они опять соглашаются с правящими. Извините, еще немножко они согласятся с социально-экономической программой правящих. За что тогда вы будете бороться?
Спасибо за вашу точку зрения. Не согласны с этим мнением? Центр согласия действительно, может быть, идет на поводу у правящих партий и пытается как-то с ними заигрывать. Как вы это чувствуете? Ну, вот я пытаюсь представить картину сознания вот позвонившего человека. То, что Центр согласия шел к правящим, то есть во власть, чтобы решать какие-то вопросы, в том числе и волнующего этого человека, вот позвонившего в студию, мне кажется, это, в этом был очень большой позитив. А проблема как раз в том, что он вот шел-шел и не дошел. Без пяти минут премьер Нил Ушаков, вот если бы он удержал эту центральную позицию, он просто соскочил с дистанции, совершил харакири, подписавшись под провокационным референдумом. Подождите. То есть вы считаете, что правильно делает Центр согласия, что идет... Что идет так, во на, власть. Что идет на во поводу власть. Правящих, вот как говорит идти наша на поводу правящих, ну, это такая метафора. Вот в реальном конкретном случае... Подождите, человек перечислил некоторые конкретные примеры. Вот там не граждане, оккупация. Ну, вопрос об оккупации — это вопрос отдельной дискуссии. Вот по мне, вот оккупация или инкорпорация, обижаться на оккупанта, но признавать инкорпоранта, ну, разницы нет никакой. Центр согласия пытался быть конструктивным, где-то удавалось, где-то нет. Но, после тем этого, не менее, в правительство его не взяли. Его не взяли во многом потому, что Центр согласия как раз вот засиделся в оппозиции, засиделся вдали от власти и утратил политический нюх. И вместо того, чтобы, узнав о результатах выборов, что они победили, устроить грандиозный митинг, вывести на улицы народ и объявить: мы победили, мы формируем правительство. Подождите, вы сейчас призываете к тому, что нужно было выходить на улицу? Конечно. В рамках совершенно замечательного шествия это победы. Это создало бы некоторую ситуацию. И это какую? Была бы претензия на власть, на которую так или иначе отреагировал бы президент, предложив правительство формировать, может быть, Ушакову, может быть, не Ушакову, но этого сделано не было. То есть вы считаете, Ушаков, что тогда нужно было действовать уличными методами Центра согласия? В том числе и уличными, но и в том числе демонстрировать по всем каналам, по уличным, по тайным, по секретным, по любой связи: мы победили, мы готовы делать правительство. Мы увидели уход в тень, уход в пассив и положились на обещания Затлерса. Затлерс оказался несостоятельным, и вот полная передача инициативы противнику. Так политику во власти не делают. Давайте примем звонок. У нас рассказывает телефонная линия. Добрый вечер, вы в эфире, говорите, пожалуйста. Здравствуйте. Если я не ошибаюсь, соотечественниками считаются, ну, российскими те люди, которые входят в управленческие структуры соотечественников здесь, в Латвии. Я так понимаю, что эти соотечественники кем конкурируются там. И у меня вот такой вопрос. Оплачивает ли Россия ваш труд здесь? Потому что офшор сейчас латвийский, для них это тихозаводь, где они все это хранят и сюда перебегают. А русские здесь выступления, им совершенно здесь не нужны. Им нужно болото. И чтобы объединять общину, вы все делаете наоборот. Обхаиваете, разъединяете ее и несете ересь. Спасибо, Игорь. Вы являетесь членом правления русской общины Латвии. Да. С Россией каким-то образом связано? Нет, ну, это общественная организация, зарегистрированная в Латвии, с Россией, формально никоим образом не связанная. А материальным образом? Финансовым? И материальным, насколько я знаю, не связано. Ну, может быть, какие-то гранты, конкурсы? Вот, вы понимаете, русская община Латвии объединяет порядка 7 тысяч членов, имеет отделение в 20 регионах Латвии, и большинство этих отделений, они сами зарегистрированы, они являются отдельными юридическими лицами. Например, вот самая крупная Лепойская русская община, я думаю, она там участвует во всяких грантах, но не только там российских, там фонда «Русский мир», но и всяких, всяких и разных. Поэтому там у каждой организации свой опыт. Никакого прямого финансирования, прямой связи нет. С другой стороны, ну, естественно, Россия — это как бы такой этнический основной материк русской культуры, русского языка, поэтому отношения такие. А вот, кстати, в соответствии с российским законодательством, соотечественниками считаются все, кто когда-либо жили в Советском Союзе
И даже в период Российской империи. В этом смысле даже вот Вайра Вики Фрейберга, она могла бы претендовать на статус соотечественницы, если ей это захочется. И то если российская... ей это предложат, да, наверное. Если она захочет. То есть она может называться российской соотечественников, но этот статус является чистым называнием, и никаких автоматических благ он абсолютно не несет. Давайте еще один звонок примем. Добрый вечер. Вы в эфире, говорите, пожалуйста. Здравствуйте, вы в эфире, говорите, пожалуйста. Сорвался у нас звонок. 672-12-93-9 и 672-13-93-9. Телефоны прямого эфира. Звоните, попробуем принять. Добрый вечер, вы в эфире, говорите. Добрый вечер. Тут основная проблема состоит. Все начиналось когда-то с неграждан, да. И в теперешней ситуации заинтересованные, то есть латышские партии и также Центр Согласия. Центр Согласия в настоящее время боится конкуренции, то есть. У него, собственно говоря, то и программы такой-то нету, да. Поэтому он и, когда они набрали большинство, он занимал позицию очень пассивную, и такое создалось впечатление, что они испугались этой ситуации, что они попадут в власть, и что они будут делать, да. И поэтому на сегодняшний день Центр Согласия специально это заявляет, что не хочет поддерживать ни граждан. Причина в этом, вот, что он хочет сохранить свое монопольное положение в русскоязычной общине, да. Спасибо за вашу точку зрения. Может быть, действительно так есть? Вот как вы это чувствуете? Хочет Центр Согласия сохранить свое монопольное положение? Ну, а кому не хочется сохранить свое монопольное положение? Конечно, хочется. Хочется больше его наращивать. Хочется, чтобы еще латыши голосовали за Центр Согласия. Вообще, все, вот любая партия этого хочет. Ну, очень, хорошо. Очень. Вы говорите о том, что вот, Центр Согласия, возможно... Но удастся ли это? Мне кажется, что вот эта вот ошибка пытаться консолидировать на основе идей русскости, вот после подписи под линдермановским референдумом, это вот была действительно ошибка. Это, как известно, хуже, чем предательство или преступление. Надо консолидировать в центре, консолидировать всех здравомыслящих русских, латышей на основе идей вот, социальной справедливости, какого-то нового курса для страны. И... Вы сказали, что это страшнее предательство и преступление. Да, подпись Ушакова, вы считаете... Страшнее преступление. Да, фактически. Это политическая ошибка, а которые не прощаются. И вот если в тот момент, когда Центр Согласия занимал вот это центральное положение в политическом спектре, что бы он ни делал, им все удавалось, все прощалось, потому что это было правильное позиционирование. Со стороны их электората. Со стороны их электората, и происходило наращивание электората. Оказавшись вот в этом левом тупике, на одной делянке с Линдерманом, с Татьяной Жданок, теперь у Центра Согласия все будет рушиться, валиться, и вот этот вот успех в Риге, он тоже, к сожалению, на время. Подождите, если но не сегодня... произойдет радикальной переоценки вот этого поступка подписи под референдумом Линдермана. Сегодня были обнародованы данные Латвиас Факты, последние, которые показывают практически рекордный рейтинг Центра Согласия. За два месяца они прибавили 10%. Замечательно. С 15 до 25 практически. Вот чем это можно объяснить? Я думаю, это объясняется праздником Риги. Вот я думаю, что этот подсчет... Так забыли тогда, получается, подпись? Латыши вернулись или что? Нет, просто людям понравился праздник Риги, латышам, русским. И они все отвечали на вопросы социологов вот в праздник Риги. Ну, хорошо, это одна из версий. Я понимаю, по вашим словам получается полный апокалипсис. То есть Центр Согласия скатился на уровень Запчёл и Линдермана. Запчёл и Линдермана не где-то вот совсем вот с краю слева. Так что же остается-то русским? За кого голосовать? Мне в данный момент мне не за кого голосовать, скажу честно. Вот есть правый фланг латышский, есть левый фланг русский, тупик, и есть посередине такая вот бездонная воронка, это место, которое раньше занимал Центр Согласия. Но он уже не там. Если я правильно понял, вот не подписанством своим вот под референдумом не граждан, Ушаков пытается вернуться вот в эту позицию, пытается вернуть доверие латышей. Получается, судя по рейтингам? Не получается. Почему? Не получается. Это, я думаю, это удерживает латышей внутри Центра Согласия, которые до этого были готовы бежать из партии, только было некуда. А
голоса других латышей вряд ли привлечет. В одну реку нельзя войти дважды. Но я думаю, что при какой-то сверхнапряженной работе, через какие-то вот акты покаяния и предложение внятных каких-то вот инициатив, альтернатив, может быть, Ушакову удастся вырулить. Пусть у него получится. Давайте зачитаем сообщение, которое мы получаем по каналу нашего видеочата, и в частности Поликат пишет: похоже, товарищ, это обращение к вам, Игорь, раскалывает русский фронт. В чем его, то есть ваш интерес? Есть у вас интерес расколоть общину? Ну, во-первых, вот русская община Латвии – это конкретная организация, вот о каких-то параметрах которых я вот сказал чуть ранее. Кроме того, есть русское общество в Латвии во главе с Татьяной Александровной Павловской. Есть еще русское общество русской культуры и масса других организаций. Есть еще Латвийская ассоциация русских обществ во главе с Михачем Гавриловым. То есть много разных организаций. Есть русская община в целом, то есть это совокупность граждан, не граждан, для которых русский язык первый. Вот я бы так определил эту общину. Ну, эти люди самых разных взглядов, и никого там расколоть, и ничто невозможно. Продолжим обсуждать эту, а также другие темы в следующем получасе. Сейчас новости. Не переключайте. Игорь Ватолин, член правления русской общины Латвии, журналист-историк, гость нашей студии. Сегодня мы вернемся. На одной волне с городом. Радио Балтком. Ну, мы продолжаем. Это программа «Вопрос пристрастия». Оксана Антоненко. И Вадим Родионов. Помогает нам звукорежиссер Константин Рост. Сегодня каналы связи 672-12-93-9 и 672-13-93-9. Телефоны прямого эфира. Также не забывайте заглядывать на видеочат на портале mixnews.lv. Без труда его можете найти. У нас раскалывается телефонная линия. Раскалывалась она весь перерыв. И в начале этого получаса примем звонок. Добрый вечер. Вы в эфире, говорите, пожалуйста. Добрый вечер. Добрый. Простите, я не знаю, с самого начала, самое начало пропустил, не слышал имени и фамилии этого человека. Игорь Ватолин, журналист, историк и член правления русской общины Латвии. Вы знаете, вы меня извините, но он не имеет права носить звание русского, он иуда, и такая русская община русским в Латвии не нужна. А вы бы не могли пояснить, какая такая и что конкретно дает вам вот основание полагать, что господин Ватолин не имеет права быть русским? Ушел у нас звонок, к сожалению. Как прокомментируйте, Игорь. Ну, я могу сказать, что вот если говорить о русской общине как в самом широком смысле, то она, как Одесса, очень велика. И там есть люди с самыми разными политическими взглядами, от монархических до анархо-синдикалистских, и эстетическими, и всякими другими. Поэтому говорить, что кто-то, кто думает по-другому, иуда, ну, это как бы достаточно недалеко и в наше время странная позиция. 672-12-93-9 и 672-13-93-9, телефоны прямого эфира. Игорь Ватолин, журналист, историк и член правления русской общины Латвии, гость нашей студии. Сегодня еще один звонок примем. Добрый вечер, вы в эфире, говорите, пожалуйста. Алло, добрый день. Я, например, не столь пессимистичен вот в вопросе ликвидации института неграждан. Я считаю, что общими усилиями мы справимся, вместе с латышами, кстати, справимся с этой проблемой демократическим путем. И я уверен еще, что, значит, и негражданам бывшим еще присвоят статус политрепрессированных и еще и компенсации заплатят. Вот увидите. А вот по поводу, значит, вот высказывания господина Ватолина, да, там есть доля, как говорится, такого прагматизма здорового, да, но я хотел бы возразить. Первое. Вы знаете, вот количество латышей, которые проголосуют на референдуме за, да, значительно будет больше, чем тех, которые отдадут свои голоса Нилу Ушакову. Поэтому в вопросе, значит, вот ликвидации этого позорного явления неграждан, латыши не столь однородны, как некоторым кажется. И поэтому говорить о том, что это все обречено на какие-то заранее, значит, неудачу, это нонсенс. Можно точно так же говорить, что зачем тогда голосовать за Сэм Согласия, если он, значит, в лучшем случае наберет там 30% голосов. И второе, значит, вот насчет этих телодвижений согласия по поводу
поводу, значит, вхождения в власть. Ну, это смешно. Власть никто не дает. Ее завоевывают. И только в этом случае можно на что-то рассчитывать. Значит, вот вы сейчас слышали, что, например, хотят там штрафовать Ушакова за то, что он на русском языке сказал. Точно так же могут Ушакову, даже когда он будет во власти, отказать в гостайне, как сейчас делают практически каждый там четвертый или третий, значит, депутат от согласия, лишен вообще допуска в гостайне. Поэтому никогда Центр согласия во власти не будет просто так. Спасибо за вашу точку зрения, Игорь. Ну, кстати, я вот практически во всем согласен с только что говорившим человеком. И я пытался как раз говорить, что власть никогда не дается просто так по договоренности. Власть берется, борьба за власть идет между латышскими партиями. Одни выигрывают, другие проигрывают, там отдыхают в оппозиции. Просто русские партии, они слишком засиделись в оппозиции. Естественно, приход к власти связан с конкретными реальными политическими действиями. И я надеюсь, что вот такой момент произойдет. Хорошо, если все-таки вернуться к вот этому вот русскому флангу. До ухода на новости вы говорили о том, что Центр согласия уже скатился влево, там же, где Жданок, Линдерман и так далее. А до этого, буквально за несколько дней, вы прославились цитаты, в которой говорилось о том, что вот, послушав Ушакова, теперь русские не пойдут подписываться за нулевой вариант гражданства. Так Ушаков, по-вашему, все-таки, не знаю, лидер, символ, он авторитет для русских в Латвии или уже нет? Или он скатился вот туда влево? Нет, он оказался на левом фланге, но он остается вполне авторитетным политиком. И очень многие русские, ну, наверное, не только, вот Ушакову мэру, так из ваших слов можно сделать то, что сдувается Ушаков и Центр согласия тоже. Нет, ну, вот понимаете, все, что вы говорили, вот тут, к этому тут сходится, надо различать вот конкретный вес, конкретный авторитет конкретного политика и позиционирование на политическом спектре. Это все связано друг с другом, но это разные аспекты, разные позиционирования ну, в нашем реальном политическом мире. Так после всех метаний по русским вопросам Центр согласия все-таки для русских, на ваш взгляд, является авторитетом? Для русских он остается в определенной мере авторитетом. Но вопрос ведь в другом, там, авторитетность для русских или авторитетность для латышей. Я вот все жду, когда появится партия, которая скажет, вот мы все здесь латвийцы, латвиеши. Просто нет условий для этого. Вот, понимаете, все социологические исследования показывают, что все условия давным-давно есть. Партия реформ об этом только и говорит, что это не международная. Партия реформ об этом кое-что говорит, но они говорят, наши красные линии – это автоматическое гражданство для новорожденных. Вот, все, на этом кончается их готовность двигаться навстречу русскоязычному избирателю. Подождите, красных линий в отношении неграждан у них не было. У них были только красные линии в отношении олигархов, насколько я знаю. Нет, у них красные линии были в отношении неграждан, и в отношении языка, и в отношении истории они ни в каких интересных инициативах не замечены. И я думаю, поэтому они обречены стать навозом истории, но вопрос вот в том, что этот центр остается незаполненным. Хорошо, а Шершеля партия, которая заполнит этот центр. Если партия называет нас всех латвийцами, то она какой должна позиции придерживаться по русским вопросам? По русским вопросам она должна по вопросу гражданства предлагать партнерам во власти некоторый размен, политический торг, убеждать, что ликвидация института без гражданства выгодна всей стране, например, чтобы Россия не могла... В том числе, да. Вот эта вот серединная центристская партия должна оставить на нулевом варианте гражданства. Не исключено. Как промежуточный вариант, это допуск неграждан к голосованию на муниципальных выборах. Почему Центр согласия тогда слева? Но вы понимаете, но это должно происходить в форме политического диалога, а не в попытке меньшинства переломить через колено большинство, что происходит в ходе этих безумных референдумов. Так подождите, ведь Центр согласия по вашей, не знаю, градации получается справа, а не слева? По моей градации... Ушаков не подписывается. Ушаков не подписывается, он пытается вернуться на утраченные позиции в центре. А вы говорите, что Центр должен подписаться? Позиции в центре, но получится это у него или нет, мы пока не знаем. Я еще раз хочу сказать, что на уровне ценности, на уровне содержания этой инициативы я...
совершенно и абсолютно за. Просто эти благие намерения на сегодняшний день ведут в тупик, в ад, если угодно. То есть вы за нулевой вариант гражданства, но не через референдум? Но не через референдум. А референдум откладывает решение этого вопроса на долгие годы. Давайте я дочитаю сообщение, которое мы активно получаем по каналу нашего видеочата. Вот, например, пишет наш радиослушатель, что центр согласия для русских не авторитет, а отсутствие альтернатив. Другой наш радиослушатель пишет, что мы все не латвийцы, а разделенное уже общество. И третий наш радиослушатель пишет, что время требует появления партии трудящихся, защищающих интересы, и такая партия появится. Это мнение наших радиослушателей, которые мы получили по каналам видеочата. А сейчас у нас на прямой телефонной связи президент русской общины Латвии Вячеслав Алтухов. Попробуем узнать его мнение о той проблеме, которую мы сегодня обсуждаем. Добрый вечер, слышите ли вы нас? Добрый вечер, слышу, да, конечно. Достаточно активно Игорь Ватолин, ваш коллега, член правления русской общины Латвии, говорит о том, что русские, возможно, не станут подписываться за нулевой вариант гражданства, поскольку Нил Ушаков этого не сделал. Вы разделяете точку зрения своего коллеги? Нет, не разделяю, потому что дело не только в Ушакове и не только в отдельных представителях русской общины, хотя, конечно, имеет право выразить свое мнение. Дело в том, что проблема сама по себе сложилась еще 20 лет тому назад и никак не решается. Было бы правильно, если бы Сейм давным-давно, если бы не служить национально ограниченных, решил бы спокойно предоставить всем гражданство постоянным жителям Латвии. Но вы считаете, что сбор подписей может это решить, эту проблему? Или это тупик, как говорит Ватолин? Ну, по крайней мере, обозначить, потому что, в общем-то, иначе не двигается никак. Что-то делать надо. Просто заморожена проблема и остается, она зреет внутри, как нарыв, который когда-нибудь прорвется. Но лучше, чтобы это было сделано нормальными демократическими методами. Мы только за это. Но результат какой вас удовлетворил бы? Удовлетворил бы результат такой, что постоянным жителям Латвии, всем без исключения, желающим это, подчеркиваю, было предоставлено латвийское гражданство. Как сделано во всех странах Европы во все времена. Разделяются государства, объединяются, но подданные свои гражданства присваиваются без всякого исключения. Но за исключением, может быть, не знаю, уголовных преступников. Только, и то это редчайший случай. Практически во всех странах так было. Только в Латвии нет. Латвия пускает возможность стать действительно демократической страной, в которой соблюдаются все права всех национальностей, и тогда она бы получила стимул развития на долгое время. У русской общины Латвии есть единая позиция по вопросу сбора подписи о предоставлении гражданства всем негражданам? Насколько я знаю, настроение. Мы не партия, да, у нас нет партийной дисциплины, и мы не воинская часть. Ну, у вас есть, наверное, какой-то консенсус, вы достигаете направления тогда? Конечно, и безусловно. Какая это позиция? Насколько знаю, настроение людей, подписываться будут. Подавляющее большинство. Хорошо, спасибо. Напомню, что на прямой телефонной связи с нашей студией был президент русской общины Латвии Вячеслав Алтухов. Получается, что разные у вас взгляды с начальником, можно так сказать? Не, ну, во-первых, не начальник, а коллега. Да, во-вторых, я практически во всем согласен с Вячеславом Евгеньевичем. Действительно, этот вопрос давно назрел, действительно, его пора решать. Расхождение только в том, вот в отношении к этой конкретной процедуре. Я думаю, что вот как раз стоит подумать, каким образом вот можно предложить негражданам, вот, например, в течение полугода или года в заявительном порядке пойти получить гражданство, но это решение не принесет референдум, это будет результат политического процесса, если это когда-нибудь будет. Но при этом я думаю, что возможностью этого воспользуются хорошо, если 10-15% нынешних неграждан. Остальные либо вот попросят, чтобы перед ними еще извинились и еще доплатили за сказать, что, долгие годы без гражданства. Вы хотите сказать, что не граждане, только 15% из них хотят стать гражданами? Да, это мое такое предположение. А остальные построенное на общении. Остальные даже если вот бесплатно дадут, без экзаменов. Да,
да. А почему? Лень? Обида? Нет. Во-первых, там есть просто равнодушные люди, которым просто не хочется особо там напрягаться с учетом того, что это не затрагивает там какие-то условия их существования. Кроме того, не надо забывать, что статус негражданина, он, с одной стороны, дискриминационный, с другой стороны, он льготный. Он предлагает конкретные льготы. Безвизового путешествования от Тихого океана до Атлантического. Вот это мечта, деголевская мечта о единой Европе. Вот латвийские, эстонские неграждане такой возможностью, да, обладают. Так что тут вот, и, кстати говоря, среди борцов за права неграждан, ну, мы вот самих неграждан почти не видим. Вот Линдерман и стал бы гражданином, да немножко вот его, я так понимаю, не пускают. Линдерман, Осипов, да. Есть еще масса людей, да. Менее известных, которые являются неграждан. Это те люди, которые вот стремятся получить латвийское гражданство путем натурализации, ну, по крайней мере, это следует из их заявлений. Вот просто неграждане, вот есть люди, которые обиделись, но просто так вот предложить пойти и получить гражданство их не устроит. Подождите, организатор сбоев подписей говорят о том, что те люди, которые не хотят отказаться от статуса негражданина, будут иметь такую возможность. Они просто скажут, что я хочу оставить себе статус негражданина. Нет, просто вот заявительный. Вот просто, если мы вот будем говорить о технологии, самое нормальное решение – это назначить срок. Вот в течение полугода. Просто ты приходишь, пишешь заявление, там приносишь документы, доказывающие, что ты жил на этой территории до 91 года, и тебя там, проверив по картотекам, если ты там не уголовный преступник, как сказал Вячеслав Евгеньевич, то ты получаешь это право. Но этой возможностью, мне кажется, воспользуются, ну, достаточно мало людей. 672-12-93-9 и 672-13-93-9 – телефона прямого эфира. Журналист, историк и член правления Русской общины Латвии Игорь Ватолин, гость нашей студии сегодня. Много у нас звонков, примем один. Добрый вечер. Добрый день. Скажите, пожалуйста, пусть это первый вопрос. Гость скажет, состоит ли он в партии Центра Согласия, да? И следующий вопрос, без всего, как комментарий. Прекрасно ваш гость понимает, что никогда парламентским путем не пройдет и ни гражданам не дадут гражданство. Никогда это не будет. Спасибо за то, что сказали. Состоите в партии? Я в свое время написал заявление о вступлении в партию Центр Согласия. То есть были кандидаты. Да, но, честно говоря, никаких вот сигналов оттуда вот я с тех пор не получил. То есть вас не взяли? Я не знаю, честно говоря. Я не особо интересовался. А зачем писали? Нет, потому что я вот до того момента, когда Нил Валерьевич Ушаков расписался под референдумом Владимира Ильича Линдермана, вот я был сторонником партии Центр Согласия. Но все изменилось в один момент. Но все изменилось в одночасье. А в какую-нибудь другую партию попали, пытались попасть? Вот на сегодняшний день нет такой партии, к сожалению. Но я думаю, что вот общими усилиями... Я, кстати, не хочу вот тут совсем гнать какую-то волну на Центр Согласия. Может быть, им удастся вернуться вот на эти утраченные позиции, но это будет очень сложно, почти невозможно. Но я уверен, что такая партия будет. Сейчас ее нет, но она обязательно будет. Еще один звонок примем. Добрый вечер, вы в эфире, говорите, пожалуйста. Здравствуйте. Здравствуйте. У меня вопрос вот к вам, например. А вы знаете, за что Фридтьоф Нансен получил премию мира Нобелевскую? Еще раз повторите, кому вопрос. За что Фридтьоф Нансен получил Нобелевскую премию мира? За что получил, поясняйте. Не знает. Не знаю. Так вот, Фридтьоф Нансен получил Нобелевскую премию мира за то, что придумал нансеновский паспорт. Нансеновский паспорт это получали как раз люди без гражданства после развала Российской империи. Это была огромная проблема, там было 2 миллиона беженцев, не меньше. И вот они же вообще без документов, без паспортов, без легального какого-то существования. И вот Фридтьоф Нансен решил эту проблему таким образом. Поэтому нансеновскому паспорту в Латвии до Второй мировой войны жило масса населения. И многие из них тоже получили гражданство. Им никто не давал это гражданство автоматически. Они его получили в ходе существования Первой Латвийской Республики. Так что такая ситуация была не только в Латвии. Точно так же получили гражданство, например, люди во Франции. Например, французский министр Береговуа, да, его фамилия Береговой, если что. Он потомок русских эмигрантов.
Так вот, таких людей по всему миру масса. И поэтому кричать о том, что латвийская ситуация уникальная, вот только в Эстонии такой кошмар и ужас, это неправда. То есть все повторяется, все когда-то уже было, и все это уже прошло, и давно устоялось и решено. И среди потомков латвийских граждан Первой Республики есть масса людей, которые были когда-то с паспортами, которые придумал господин Нансен. Успехов вам. Спасибо за вашу точку зрения. Интересный экскурс в историю. Прокомментировать. Дело в том, что вот если бы люди просто вот жили с этими фиолетовыми квазинансовскими паспортами и не тужили, все было бы нормально. Но вот сам факт, что вот этот вопрос вызывает такие страсти, что мы сегодня обсуждаем его здесь, в этой студии, говорит, что это больная проблема, что это не просто вот живем там и все нормально. И вообще, я на самом деле очень хорошо отношусь к господину Линдерману, он практически гений. Вот эти вот радикалы-провокаторы, Рэвис Дзинтерс, Линдерман, они обнаруживают и выносят на поверхность реальные проблемы, то, что реально болит. Так может быть в этом как раз и заключается смысл? Другое дело, что это сигнал для умеренных политиков, чтобы они не шли на поводу у Рависа Дзинтерса и Линдермана, а чтобы они решали эти проблемы конструктивно в рамках политического процесса. Ну и когда последний раз политики отреагировали вот таким вот образом, как вы сейчас описываете? Наверное, вот если сейчас так напрячься, наверное, были случаи, когда вот ставился вопрос, например, о окнах натурализации. Там 98-й было, год, да, да? Международное давление, там тоже вот был референдум. То есть этот вопрос, стало ясно, что решение было принято неправильно. И в результате сложения самых разных векторов и факторов эта проблема была решена. Проблема в том, что нет носителей этой инициативы по всем трем русским вопросам. Вот президент Берзинч пытается решать вопросы истории, на него нападают слева, справа, а политической партии, которая хотя бы вот сказала внятно, что каждый человек имеет право на свое видение истории. Вот такой партии пока нет. Давайте примем завершающий звонок в этом получасе. Добрый вечер, вы в эфире, говорите, пожалуйста. Очень коротко, времени почти не осталось. Я только очень коротко скажу. Мне, русскоязычному человеку, ужасно обидно, что такие баламуты, как ваш гость, находится в руководстве русской общины, не имеющей ни своего мнения, не имеющей ничего. Спасибо за вашу точку зрения. Еще один звонок примем буквально коротко. Добрый вечер. Да, знаете, дайте, пожалуйста. Я хочу сказать, что напрасно Ушакова так старательно валяют в грязи. Во-первых, не он, так сказать, не идея Центра Согласия была. Это даже первый референдум создать. Это раз. И надо сказать Ушакову огромное спасибо. Он просто поддержал своей подписью, так сказать, показал, что он согласен с этим. Спасибо за вашу точку зрения. И последний вопрос из видеочата. Игорь к вам обращается. Кто вас уполномочил говорить от лица русских Латвии? Давайте на этом и закончим. Я говорю от своего лица. Это частное мнение. Да, это частное мнение, но если к нему присоединится часть русских Латвии, то мы уже будем силой. Судя по тому количеству звонков, которые сейчас на линии, к сожалению, принять мы их уже не можем. Много у вас, не знаю, сторонников или оппонентов, но людей, которые неравнодушны к вашим словам. Это был Игорь Ватолин, член правления Русской общины Латвии, историк и журналист. Это была программа «Вопрос пристрастия». В студии работали Оксана Антоненко и Вадим Родионов. А помогал нам звукорежиссер Константин Рот. Всего доброго. Доброго и до свидания.